Здравствуйте. Снова здравствуйте. А кто у меня вскрыл? Это проникновение со взломом. Смотри, дверь была это. А, и вещи уже наготовлены. У меня что, кто-то заселился? Нет, нет, этого было. Ой. Ребята чисто были. Простите. Ребята чисто стояли около. Добрый день. Около гаражей? Да, стояли. То есть, ну, в дом никто ничего. А кто вытащил мотоциклы? Кто дом вскрыл? Нам сказали, тут никто не живет. Тут то есть... Где ваш командир? Я хочу с ним поговорить. Он уже был, мы с ним уже. Я хочу лично поговорить с вашим командиром. Наш командир на улице в Чеченской Республике, Рамзан Кадыров. Я знаю. Прямо подчиненный. А на данный момент? Разговаривает со мной. Слушаю вас. Вот командир. Вы именно командир являетесь. Кто проник... А это что такое? Это так было. А это? А это кто? Рисовали кроме мы. Я не говорю, вот этого не было. А рисовали кроме мы? Посмотрите. Это лично моя явка. Я служу. Отойди. А машину кто на зарядку ставил? Ну а зачем вообще вот это? Вы кого поймали здесь на месте? Вот ребята были. Давайте писать заявление. Это вот это как вы мне сказали, помните? Зачем вообще вытащили? По поводу чего? Ну, ребят, зачем? Военные? Да. Кто у меня, подождите. Кто у меня вскрыл дом? Вы поймали здесь тут кого? И было. Мне позвонили соседи, что у меня вскрыли гараж. Что вы меня на данный момент ребята военные ребята стояли здесь около гаража. Ничего уж не похищено. Мы смотрели, что такое. Почему тогда у вас дом вот так? Ребята стояли около гаража. Они в дом не заходили. Тут живут явно наркоманы и пьяницы. Тут везде водки. У меня не для этого отец погибал на войне. Чего вы кричите? Чтобы вот так вскрывали, сука, дом. Девушка, Ева. Смотрите. Это не мой же? Не мой? Скажите честно, тут везде это для нас было так. Так это мы, это было. Ну, это было. А это что? Это что? Мы говорили всего. А это кто, блядь, вообще? Это наш. В смысле? А кто вас пустил? Мы тут же не заходили в дом. Это... Пошли, выходи. Это что? Сумки лежат? Да. Сумки лежат? Ребят, вы сказали, вы в дом не заходили. Клянусь вам, мы тут ничего не помним. А он почему спит на моем диване? Я постелил под себя вот. Девушка, покиньте мой дом. Да, без проблем, покиньте. Покиньте мой дом. Да, без проблем. Сейчас покинем. 5-15 минут. Он же приезжал, командир, спрашивал. Просил не заселяться. Вот к нам старшему приезжал же. На елку к вам. А, и вещи рассматривались. Да мы тут ничего не трогали. Ребята, забирайте вещи. Честно, мы ничего не трогали. Нам зачем они вообще тут? Набери Антона. На войне. Тем более. И вы сказали, вы в дом даже не заходили. Ребят, ваши вещи лежат в доме. Ребят, вы сказали, вы в дом не заходили. Как ваши вещи оказались у меня в доме? Зашли, что? Открыто же это было. При мне никто в дом не заходил. Ну вы сейчас видите со мной, что их вещи лежат в доме. Мы зашли, а в дом тоже не. Вот посмотрите, здесь лежат вещи. А это что? Они уже, смотрите, разложены. Этого не было. У меня накрыта была рассада, когда я уезжала. Уже разложено все. Там кто-то там сумку. Я даже отпечатки пальцев не трогаю. Мы только приехали сюда, вещи положили, сразу вышли. Эти папа не видели то, что мы на улице стояли. Они на улице все стояли. Это да. Мы вдвоем зашли и видели. В доме мы даже в дом не заходили, при них даже. Они тоже сюда не заходили. Как это откуда нас спит? Ну, дождь был. Если вы говорите, что когда дождь был? Если вы говорите, вы в дом даже не заходили, вы стояли. Ребят. Я говорю, мы вещи положили, вышли. Что мы будем делать? У вас есть там военная комендатура? А они русские? И что военная комендатура? Выходите. Дайте я пройду, пожалуйста.
Перерыты все вещи. Окно затурили моими вещами. А это что? Перерыты все тумбочки. Что? Хорошо, покиньте мой дом, пожалуйста. Не вопрос. Мы тут ничего не трогаем. Я простелил просто, отдохнуть просто зашел. Хорошо, покиньте мой дом. Хорошо, без проблем. А с мотоциклами, с машиной? Вот здесь тоже мне круто. Зачем нам эти вещи на войне, тем более? А? Сереж, сейф цел? Ребят, я думала, вы защищать нас едете. Я радовалась, честно мы вам скажу. Мы защищаем вас. У меня отец погиб в 16 году. Брат воюет. Я сочувствую. Я жопу рвала за вас. А что вы сейчас делаете? Мы ничего не трогали. Тут. На каком основании? Кто вам сказал, что в доме никто не живет? Кто вам сказал? Скажите. Братка вон та, сюда, вон там. Какая? Вон там, которая по соседству живет. Бабка сказала. Что никто бабка? Тут... Да. Хорошо. Что никто тут не живет. И мы зашли. Я уезжаю, я двух деток маленьких вывезла отсюда. Хорошо, я приезжаю что... сюда. Ведь у меня хорошо, двое деток. Вывезли, у меня дитё год жило в подвале, годовалое. Она выросла. Девушка, я не захотела. Нам отсюда ничего не надо. Мы просто заселились сюда. Просто. Вот, вы заселились. Да. Сейчас вы признаете, что вы заселились. Я признаюсь. На пару дней нам сказали заселиться. Мы заселились. А трогать нам нечего. Зачем нам трогать тут вещи? Чужие вещи, тем более. На войне, тем более. Вы просто правильно поймите. А кто машину ставил на зарядку, ребят? На зарядку никто. Мы не поставили. Она была на улице, мы ее затолкнули туда. Наоборот. Послушайте, женщина. Не нужно нам ваше, ничего не нужно. Дай. Вот это. А вот, потому что есть. Нам на передовой что, с ними бегать, что ли? Я не говорю вам, что это. Ну, сегодня приехали. Говорю за то, что мы меня вскрыли гараж. Не, мы не знаем кто? Это. Я знаешь, кто сказал? Тетя Валя. Я сейчас пойду еще с тетей Валей разберусь. Мы вообще что здесь ничего не скрывали. Хорошо. Можете вон мои все патроны проверить. Okay. Все магазины полные у меня. Да, оружие я трогать не буду. Я вам еще раз говорю. Я радовалась, когда мне сказали, что вы на нашу защиту встаете. Но не, понимаете, я клянусь... с каждым разом слышу все более и более. Как вас наши... Вера. Вера. Мы не эти, не добровольцы сюда приехали. Мы не добровольцы. Мы даже не хотели сюда ехать. Но сказали, надо помочь. Но нам ваши вещи не нужны. Хорошо. Клянусь, я не говорю, нужны. Я говорю просто, я не хочу, чтобы... А скажите, пожалуйста, как вы в дом попали? Дом открытый был. Вон тот тоже дом открытый был. Мы зашли. Там же, там вчера вскрыли дом. Мы вчера здесь не были. Там вчера вскрыли дом. Мы здесь не были вчера. Мы сегодня утром приехали. Все перерыто, все перерыто. Там у вас, перед вами даже, мне говорит, стыдно, там резинки лежат, кто-то здесь даже пылился. Я знаю, в прошлый раз у меня у отца форму, я не стала заявлять, форму с медалью украли. Да? Это смешного, ничего не взято, форму с медалью отца. Мы вот только сегодня приехали сюда. Все перерыто. У любого здесь можете спросить. Так, у этого комбата можете спросить. И вот я вот сюда пришел, сумку положил, я ушел сразу. Ну. А кто роутер снимал? Я вон даже не могу. Это все перерыто. Вот видите, вот здесь все перерыто. Все перерыто. Это я даже не знаю, кто здесь. Крыл. Девушка. А. Да не удал свою мясу. Извините. Хорошо. А? Хорошо. Мы не хотели так, но просто был дом открытый, мы зашли. Хорошо.
сейчас рюкзак ничего. Оп, коридор. Вон рюкзак чей-то кинули. Коридор. Кто-то забрал. Здесь был рюкзак. Маленький. Сейф цел или вскрыт? Тоже сейф вскрыли. Альфа. Гойда! Вскрыт? Конечно, не видишь. Гойда!